Добрый день, дорогие мои любители цветов, особенно те, кто любит георгины. Вот распустилась моя первая георгинка. Я так переживала, что не успею вам ничего показать до отпуска. Осталось мне 10 дней до отлета, но посмотрите, какая распустилась красота. В 2012 году американский селекционер Кен Гринвей создал вот такую красоту нам. Такая кудрявая-кудрявая красавица. Называется она AC William. По-немецки мы ее называем AC William. Очень красивая. И она очень рано цветет. Даже несмотря на то, что я ее вместе с другими посадила пораньше специально, но остальные еще не цветут. А она всегда самая первая расцветает. Она такого ярко-ярко-лимонного цвета, очень крупная, 20 сантиметров в диаметре. Относится она к категории декоративных. Посмотрите, какие у нее такие красивые-красивые завитушки. И с обратной стороны они у нас такие беленькие даже. Если кто-то уже смотрел мою страницу в Одноклассниках, я там фото свое выставляла, мои страницы, то там есть фотографии, когда я ее первый раз только посадила. Она так обильно цвела, очень красиво. Она невысокая. Максимум 1,20 м она может вырасти. Но очень-очень красивая. Ну вот, приехали мои дети. Тут все мне испортили. Куст у меня в этом году бедноватый. Всего в один стебель растет. Прошлогодний клубень, к сожалению, пропал. Но я сняла с него весной один черенок. И вот он у меня даже сохранился зимой. Были на нем две маленькие клубнички, как грецкий орех. И вот такая красота выросла. Жалко будет, если он, конечно, пропадет. Больше я его выписывать не буду. Плохо он хранится. Не знаю, может быть, у меня просто плохо хранится. И плохо нарастает. Вот это такие две, скажем так, отрицательные черты его характера. Ну, а в остальном, конечно, он, посмотрите, какой он красавец.